Я пойду на Сокфорум 2019, потому что это стало уже хорошей традицией. Это одно из немногих фокусных мероприятий, которое посвящено очень горячей теме для многих российских организаций, независимо от их сферы деятельности. Это возможность узнать от регуляторов те изменения, которые происходят в этой сфере, а тема мониторинга сегодня находится на острие нормативного регулирования. Это возможность узнать практический опыт от своих коллег о том, как они выстраивают процессы мониторинга информационной безопасности и построения центров такого рода мониторинга. Возможность в кулуарах узнать какой-то инсайт о том, что делать и чего можно не делать в этой сфере. Сокфорум отличается от любого другого мероприятия его фокусировкой на конкретной теме. Он не распыляется по древу, он не пытается обсуждать какие-то совершенно непонятные широкие вопросы, связанные с безопасностью, а посвящен только теме мониторинга и, как следствие, может погружаться очень глубоко в эту тему, тем самым давая для разных специалистов и технологических направленностей, и бумажной направленности широкий спектр знаний и навыков. До встречи на Сокфорум 2019!